Выпускники городских школ, зачастую отучившись, не могут ни говорить, ни читать, ни писать на башкирском языке, отметил Рустем Хамитов на заседании республиканского августовского совещания. Он заявил, что в школах республики башкирский язык изучать будут, но преподавание должно быть построено по новому формату. Там, где проживает наше башкирское население, понятно, что степень изучения языка будет одной, а в городах, больших тем более. Может быть, надо посмотреть по методике обучения. Также Рустем Хамитов отметил, что в 8-9 классах учащимся будут рекомендовать факультативы, потому что нужно сохранить часы и учительский коллектив. Нельзя на улицу выгонять. Я уже сказал директорскому корпусу, не трогать, смотрите варианты. Значит, факультативы вводить, значит, еще какие-то формы работы для учителей башкирского языка использовать. А то у нас уже горячие головы появились, которые начинают там, не нужны, будем увольнять. Нет, не будем увольнять. Я просто-напросто запрещаю это. Работайте, ищите варианты. Глава республики также добавил, что необходимо работать с родительским сообществом. Напомню, в этом году впервые в рамках педсовета была создана отдельная площадка для родителей. Вообще, в последнее время в сфере образования не только республики, но и по стране в целом возникает много спорных вопросов. Мы следим за развитием ситуации.